основное, в чем ценности нашей встречи и чем я могу гордиться, так это тем, что вы смотрите вперед. И ваши проекты, они могут быть применены в нашем городе. Когда его делают наши дети, которые уже становятся взрослыми, лучше для нашего же города, какое можно умиротворение получить, понимаете, да? Вот этот очень важный шаг в этом возрасте, именно не бояться, так сказать, совершить ошибку. Если бояться, то ничего в жизни никогда не совершишь. А здесь, смотрите, как сошлось в одной точке желание ученика, помощь преподавателя, поддержка родителей, все с одной целью и достигли такого успеха.